Привет, титаны стримаши. Видел как-то в рекламе по дурацкому телеку. Показывали, что вот эта вот картонная сердцевинка туалетной бумаги засорит унитаз и канализацию. На самом деле она растворяется, только немножко подольше. И они под видом типа прогресса продают вам такую сердцевинку, которая более мягкая. Она растворяется за 5 минут, а вот такая вот минут за 15, наверное. Но я покажу вам способ, как можно обойтись вообще без всего этого. Есть сердцевинка у вас осталась, что если, например, лень выкидывать ее в мусорное ведро. Лень — это хорошо. Ничего плохого в лени нету. Берете и вот так разрываете. Все. И выкидываете в унитаз. Тогда они то же самое. За 5 минут растворятся. Всем пока. Это был исследователь. Как уничтожить картонную сердцевинку, сэкономить на туалетной бумаге. Ну и государство нафиг не нужно.